Немного бодряка вам в ленту. Руководитель мытищинского клуба «Моржевание» Роман Морозов, яркий и колоритный лидер движения, во всем придерживался здорового образа жизни. Решил закрепить знания, начав увлекаться зимним плаванием. Сейчас он объединил вокруг себя 20 единомышленников. Роман, расскажите, как давно и почему вы решили заниматься моржеванием? Откуда вообще пришла эта идея? Дело в том, что моржеванием я начал заниматься в 2018 году, вот, и начал с женой ездить по разным прорубям, по разным клубам. Вот, собственно говоря, надоело наматывать много километров и решили, что надо осаживаться у себя в городе. Вот, наша мытищинская земля, она в принципе, ну, здесь очень много всяких прудов, да, и достаточно много водоемов. Участники мытищинского клуба проводят свои встречи в зоне отдыха Дубрава. Здесь они и организовали прорубь. Плавание для моржей – это прежде всего яркие эмоции, выброс адреналина и, конечно, оздоровление организма. К несомненным плюсам зимнего водного закаливания – можно отнести активизацию работы и укрепление иммунной системы организма. Но перед тем, как впервые погрузиться в воду, стоит пройти обязательные процедуры. Многие люди пишут, звонят и спрашивают, как начать. Самое идеальное, мы вот советуем это начать все-таки к походу к врачу, да, сдать какие-то анализы, чтобы не было ни для кого никаких сюрпризов. Потому что, ну, нельзя и диабетикам, и беременным женщинам. Моржевание абсолютно противопоказано людям с острыми заболеваниями, воспалительными процессами, имеющими проблемы с сердцем и сосудами. Поэтому консультация врача обязательна. Светлана Карасева в интервью нашему телеканалу рассказала, что решила заморозить свой возраст. Ей 60 лет. Первый раз она зашла в холодную воду в США, в Сиэтле. Это произошло на озере Вашингтон. Активистка решила поддержать давнюю традицию – забегать в ледяную воду 1 января, отмечая Новый год. Сейчас Светлана – член мытищинского клуба «Валрус Мытище». Она уверена, что за это время ее здоровье улучшилось. Давление нормализовалось. Стало лучше спать. Едешь в плохом настроении, уезжаешь в шикарном, кажется, что, ну, хлебнула холодной воды и все, да? А на самом деле дышать стало лучше. А после ковида было очень сложно, я задыхалась, даже когда говорила. Сейчас полный вдох. В клубе у каждого своя история. Например, Радмир – скромный компьютерный мастер. Считает, что закаливание помогает ему добиваться в жизни новых высот. После погружения он чувствует себя настоящим супергероем, готовым покорять мир. Сегодня в клубе посвящения Екатерина впервые окунается в воду зимой. Желание ощутить эти эмоции перебороло страх. Когда выходишь, намного становится теплее. Кошмар. Рекомендую всем. Валрус Мытище принимает участие в соревнованиях областного и всероссийского уровней. Моржи из Мытищ только вернулись с чемпионата Федерации по спортивному плаванию, который прошел в Дзержинске. По итогам первое место на дистанции 25 метров и второе и третье место на 50-метровке. И это только начало, уверены мытищинские моржи. Мечта руководителя клуба – расширить возможности не только заниматься моржеванием, но и объединить людей, которые любят активный досуг и спорт. Поэтому, когда закончится зимний сезон, участники будут организовывать пешие походы, веловстречи и другие спортивные занятия. Всем бодряка и крепкого здоровья. Берегите себя.